Фестиваль творчества среди студентов первых курсов «Дебют» в Полесском государственном университете уже стал визитной карточкой Пинского вуза. Каждый год он собирает самых творческих первокурсников и лицеистов. Сначала проходят отборочные туры по трем номинациям: хореографическое искусство, вокально-инструментальное искусство, сценическое мастерство и презентация своей специальности. И только лучшие номера получают право принять участие в гала-концерте фестиваля «Дебют». Он состоялся в университете на минувшей неделе. Участниками гала-концерта стали более 100 лицеистов и первокурсников. Студенты первого курса приняли активное участие всех факультетов. Для жюри было очень трудно принять решение, потому что все из них проявили свой талант, креативность. И мы благодарим их и также наших старших курсов, которые помогали им готовить эти номера, а также наших сотрудников нашего отдела воспитательного. Посмотреть гала-концерт пришли студенты всех курсов и преподавателей. Свободных мест в актовом зале не было, а вот разнообразных номеров предостаточно. Сначала свое мастерство представили участники в номинации вокально-инструментального искусства. Со сцены звучали песни самых разных жанров, стилей и направлений. Песню «Небо Лондона» исполнила Елизавета Старова, студентка экономического факультета. Дебют для первого курса – возможность не только участвовать в научной деятельности университета, но и в творческой деятельности. Это возможность каждому из участников раскрыть и показать свои таланты. Я считаю, что ученики, студенты, которые участвуют в этом фестивале, должны продолжать это на протяжении всей учебы своей в университете. И тогда это, конечно, принесет хорошие плоды. Фестиваль «Дебют» – это возможность для лицеистов и студентов первых курсов продемонстрировать свои творческие способности и таланты на большой сцене. Мы уверены в том, что в дальнейшем наши студенты будут развивать свои творческие способности, не только в учебе они будут развиваться, но и также в науке, но и в творчестве, потому что у нас в Полесском университете есть прекрасные условия для этого. Есть три объединения, три ансамбля, которые имеют звание «Народный», а также другие клубы по интересам. И в дальнейшем мы будем представлять только наш Полесский университет в городе Пинске, но, я думаю, в области и в республике, на различных конкурсах, мероприятиях. Для меня участие в «Дебюте» – это хороший способ показать свои способности, раскрыть свой потенциал, свой талант, так как я студентка первого курса, и для моего начала студенческой жизни это очень хороший способ показать себя и раскрыть себя. На гала-концерте были представлены и художественные номера в номинации «Хореографическое искусство». В каждой из трех номинаций студентам вручены дипломы различной степени, а лучшие номера и исполнители удостоены высшей награды – гран-при фестиваля студенческого творчества «Дебют».